В рамках празднования 82-й годовщины образования Приморского края состоятся тематические мероприятия во всех муниципалитетах Приморья. Праздничные мероприятия в Фокино в поселке Дунай пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Подробности в следующем сюжете. История Приморья с древнейших времен и до наших дней богата яркими страницами и запоминающимися событиями. На территории современного Приморья жили, сменяя друг друга, первобытные племена и народы. Здесь возникали и средневековые государства. Были века, когда, казалось, все забыли об этих диких краях. И только немногочисленные группы охотников и сборщиков женьшеня бродили по долинам таежных речек. Но в середине 17 века в далекие земли у берегов Тихого океана пришли русские первопроходцы – и с тех пор история Приморья стала историей российского Приморья. Страницы этой истории писали исследователи Степанов, Невельской, Арсеньев и другие, первые переселенцы из Европейской России, революционные матросы и красные партизаны. Пишется эта история и сегодня, когда Приморье превращается в один из самых перспективных регионов. В 2018 году Владивостоке отметили юбилей Приморского края – 80 лет со дня образования. Официально дата юбилея является 20 октября. Именно в этот день, в 1938 году, был подписан указ Президиума Верховного Совета СССР о разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край. В результате Приморский край получил свое нынешнее название, а его административным центром стал город Владивосток. С тех пор 20 октября отмечается День Приморья. В этом году Приморский край отметит свой очередной день рождения – 82 года. В краевой столице пройдут торжественные, спортивные и культурные мероприятия. В ведомстве подчеркнули, праздничные мероприятия в Владивостоке состоятся со строгим соблюдением всех требований и рекомендаций Роспотребнадзора и контролирующих ведомств по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В городском округе Зато-Фокино этой дате тоже будут посвящены праздничные мероприятия. 20 октября в 19:00 в Центре культуры и искусства «Спутник» состоится концерт «Пою тебе, мое Приморье», посвященный Дню образования Приморского края. В поселке Дунай спортивно-развлекательные мероприятия, посвященные годовщине образования Приморского края, пройдут 24 октября.